Прокуроры докладывают, в соседушке молоко и картофель подорожали на 10%, свинина на 48%, птица на все 50%. Лента оказалась чуть скромнее, хотя цены тоже не удержала. Цыпленок взлетел на 30%, мясо, рис и сахар на 40%. Сельпо и вовсе нарушило региональное законодательство, увеличив надбавки на социально значимые продукты на 12-20%. Это недопустимо. «Магнит» удивил даже не ценами, а нечистоплотностью. Цитата. Прокуратура Центрального района выявила, что овощи в магазине хранятся вне склада. Не созданы условия для соблюдения личной гигиены персонала. Инвентарь не имеет маркировки. Прокуроры вынесли руководителям торговых сетей представление, а также предложили создать региональный продовольственный фонд Оренбургской области, который вплотную занялся бы контролем цен.